Нет уж, кто бы что ни говорил, а нам с ними однозначно повезло. И это мы сейчас о топовых российских пропагандистах, конечно же. Возможно, кураторам информационной политики Кремля в свое время было тупо лень пройтись дальше первого попавшегося вагона на Курском вокзале Москвы, но деятелей, которых они тогда понабирали, можно смело назвать подарком Украине. 24-й год, я так думаю, он так или иначе должен будет пройти вот именно под знаком военного разгрома армии Украины. Будет прилетать. Я очень надеюсь, что много, часто, жестко и беспощадно. Будете сидеть без света, без воды, без отопления, без газа, без всего. В пакете гадить будете, как вы уже это делаете. И жаловаться. Ненавижу. Почему так? Да очень просто. Ведь даже страшно себе представить, насколько сложнее было бы в информационной войне не будь в авангарде по ту сторону той же Витязевой, того же Гаспаряна или Марго Симоньян. Это вы на нас напали, точка. Это Сталинград. Если бы Россия вела себя как эти нацисты и бомбила бы не мирные города, я бы сейчас здесь не сидела. Понимаете? По личному своему выбору. Потому что я верю в Бога. То есть, да, они черноротые, да, они мастерски изрыгают проклятие. Ее и уничтожим. А зачем она? Зачем нам нужна такая Украина, в которой не уважают русских? Я бы уже хряпнул по этим сволоте так, чтобы там руки-ноги разлетелись. Но для качественной пропаганды даже с российскими бюджетами нужны мозги и талант. А вот с этим у останкинских пропагандистов большие проблемы. И это вовсе не потому, что мы их хотим как-то обидеть или задеть. Вовсе нет. Давайте сейчас вместе свежий рейтинг российских фейков посмотрим. И в бездарности останкинских крикунов сможет в очередной раз убедиться каждый. И начнем по традиции с пятого места рейтинга, где на этой неделе оказался главный борцун с хуторянством по фамилии Гаспарян. Хуторянин — это все-таки диагноз. Ну, то есть, сам по себе хутор не строит никогда ничего. Хутор может только изничтожать и превращать все в руины. То, что на хуторе происходит, это нелицензионная копия Третьего Рейха. Такая раннекитайская сборка образца там начала 90-х годов. Они косплеят фюрера Третьего Рейха. Признаться, мы и раньше угорали над этой ходячей чурчхелой. Но то, что вымочил Гаспарян на этот раз, заслуживает папки «Избранное». В хуторских банкоматах установили лимит для мужчин призывного возраста – 100 гривен в день. Больше только после обновления данных в военкомате. Ну вот же, вот, а вы еще посмеивались над российскими страшилками по теме мобилизации. А теперь-то поди, не смешно. Шутка ли, без справки от ТЦК больше 100 гривен в банкомате не снимешь. Причем инсайды смешного Гаспаряна подтверждает и военкор Первого канала по фамилии Курлаева. В украинских банкоматах установили лимит для мужчин призывного возраста – 100 гривен в день, примерно 250 рублей. Чтобы снять лимит, нужно обновить данные в ТЦК. Серьезные источники, ребят, согласитесь. Но мы же не зря вам говорили, что когда Боженька раздавал мозги и талант, путинские пропагандисты бегали за кофе. Ведь смотрите как, делая фейки о банкоматах, хорошо бы для начала отличать банкоматы от платежных терминалов. А россияне и с этим облажались. Стоит ли говорить, что платежный терминал «Привата» деньги в принципе не выдает? Дальше больше. Потратив 30 секунд, несложно найти оригинальное фото, куда и прифотошопили россияне весь свой креатив. Оно было сделано в Николаевской области еще в 2021 году, что опять-таки легко доказать. Правда, тогда автор и представить себе не мог, что силами останкинских гениев платежный терминал в Первомайске через 3 года превратится в банкомат. О, чудеса техники и не иначе. Ну а если говорить серьезно, в таких примерах вся российская пропаганда, когда тратится куча времени, сил и средств, но вместо зрады все украинцы лишь смеются. Хотя здесь, наверное, мы уже не правы. Все-таки не все смеются. К сожалению, есть и те, кто верит безумной кремлевской пропаганде, и на четвертом месте рейтинга этой недели как раз такой случай. Между тем, киевский режим делает все, чтобы стереть память о Великой Победе. В украинской столице полицейские не пропустили к вечному огню пожилую женщину, которая хотела возложить цветы. О том, как коварные украинские фашисты распинают ветеранов прямо в трусиках, мы слушаем уже лет 10. Это как минимум.
Причем с приближением Дня Победы подобного контента становится просто пруд пруди. В Украине разгорается громкий скандал. Его причина – массовые беспорядки, которые устроили во Львове местные националисты. В День Победы они оскорбляли ветеранов, не пускали людей к могиле неизвестного солдата. На Украине 9 мая радикалы устроили провокации в Харькове, Киеве, Николаеве. Нападали на ветеранов, отбирали георгиевские ленточки и красные флаги. Вот и на этот раз кремлевские помойки распирало от негодования. Ужас, кошмар, алярм! Прямо в центре Киева каратели напали на бабушку ветерана. Жительница Киева, ветеран Великой Отечественной войны, лейтенант Всеукраинского союза советских офицеров Галина Савченко пришла в парк славы в советской форме и в пилотке со звездой. За это женщина была задержана сотрудниками полиции диалога. Она за вас, внучки, кровь проливала, а теперь вон вынуждена унижение терпеть. Ветерана попросили снять советскую символику и прекратить правонарушение. В противном случае ей грозит наказание. Возложить цветы к монументу жительницы Киева также не разрешили. Отряды Путина при виде такого беспредела бегут за очередной порцией валидола. Ну а мы тем временем о причине конфликта без пропаганды расскажем. Итак, знакомьтесь, Галина Савченко. Хотелось бы сказать ветеран, но нет. Дамочке на момент окончания Второй мировой было всего 5 лет. Савченко Галина Петровна. Дата рождения 12 декабря 1940 год. С тем учетом, что ряженые ветераны – это классика русского мира, неудивительно, что россияне так поддерживают Савченко. Ну а последняя активно отрабатывает то ли каждый вложенный рубль, то ли каждый лайк в Одноклассниках. Ведь, ой, этот самый божий одуванчик был замечен в куда более сильных зашкварах, чем ношение запрещенной в Украине символики. Вам никто не запрещает ходить. Вас просят прекратить правонарушение. А именно, запрещенная в Украине символика. Так баба Галя еще во времена Сани Захарченко активно призывала захватить Киев. Донбасс, родной, освобождай Украину. И президентом выбираем Александра Захарченко. И через 5 минут после начала этой акции по-хорошему должна была сидеть. Но украинские фашисты настолько фашисты, что явные коллаборанты продолжают спокойно себе жить годами. Че не скажешь, кстати, о России. Там за любую поддержку Украины пенсионеров мигом кидают в каталажку. «Будьте милосердны, я не могу долго жить». Это слова 72-летней Евгении Майбороды из Ростовской области. Пенсионерку отправили в колонию на 5,5 лет за антивоенные посты. Свои антивоенные посты пенсионерка назвала реакцией на то, что ее брат оказался под завалами здания в Днепре после российского обстрела. Поэтому всем любителям покричать: «О, ужас, обидели ветеранов!» предлагаем для начала посмотреть в зеркало. А еще не унижать вот этими ряжеными ветеранами память людей, которые реально воевали. Как бы сильно эти самые ряженые не были нужны для разжигания ненависти и уже новой войны. Ну а нам самое время переходить к лидерам рейтинга. И на 3-м месте на этой неделе целый ряд российских помоек, решивших станцевать на костях погибших в Чехии людей. Там, если кто не слышал, случилась страшная авария, причем с участием танка. И, конечно же, пропагандисты мигом отыскали украинский след. Танки для Украины убивают людей даже в Чехии. Ну что ж, окей, давайте потратим немного времени и вместе разберемся. И для начала внимательно посмотрим на сам танк. Итак, судя по целому ряду признаков, это характерные внешние баки, специальный ящик, речь идет о супердревнем танке Т-34. Выпускались такие в 40-е годы прошлого столетия, и по состоянию на сейчас этот хлам, ну, стоит разве что на постаментах, но никак уж точно не участвует в боях. Поэтому мы решили заглянуть в чешскую прессу, чтобы найти ответ на вопрос, каким же образом на трассе оказался настолько старый танк. И очень быстро тайное стало явным. Группа направилась в близлежащее Копытово для демонстрации боевых действий. Танк заказали организаторы мероприятия, которое должно было ознаменовать поход первой чехословацкой танковой бригады. То есть Украина здесь вообще никаким боком. А хозяин танка перегонял старичка на местное мероприятие, посвященное событиям Второй мировой. На трассе колонна остановилась, и в нее влетел грузовик.
Ну а уже после этого на горе и на трупы по классике слетелись путинские пропагандисты. Ведь смерть и кровь — это хороший повод, чтобы вызвать у зрителей и читателей эмоции. Мол, ух, что проклятые хохлы творят, везде из-за них люди гибнут. Собственно, именно поэтому в который раз призываем сначала проверить новость, а уже потом закатывать истерику. Ведь именно ради паники и массовых истерик и работает кремлевская пропаганда. Ну а у нас прямо сейчас время сладкого. Мы, если что, так всегда пишем, когда к паре лидеров приближаемся. И на втором месте в рейтинге российских фейков недели вполне мог бы оказаться легендарный робот Вертер. Но в то, что Россия может создать что-то круче летающего топора... Мы недавно рубили дрова, и у нас там был недалеко топор. И мы подумали, может, топор запустить? Отсюда и родилась мысль сделать летающий топор. Очевидно, не верят даже сами пропагандисты, поэтому вместо духовного импортозамещенного Вертера пришлось работать с буржуйским роботом по имени София. Давай уже, София, вещай, как все ужасно у Украины. Робот София принимала участие в выставке в Дубае, где у нее спросили, когда победит Украина. Робот выдал. Очевидно, что украинцам необходимо сдаться, потому что это единственный шанс спастись как нация. У украинцев нет никаких шансов победить, но они за чем-то создают обратную картинку. Призываю их принять реальность и сделать наконец-то, чего от них ждет весь мир. А мы что говорили? Аж подпрыгнул на диване патриот Ванька. Теперь вон роботы даже позицию России подтверждают. Более того, Deutsche Welle неудобную правду на всю Европу крутит. Как говорится, чё с лицом, хохлы? Робот София выдает ответ после анализа данных по всему интернету. И здесь действительно можно было бы переживать и сомневаться, если бы за прошлый год лично мы не посмотрели десятки подобных фейков. Технология там проста, как двери. Россияне создают фейковый сюжет, но не цепляют на него логотип Russia Today. Просто Russia Today никто, кроме Марго Симоньян, не смотрит, и тем более этой помойке не верит. И что с этим делать, непонятно. Совсем другое дело прицепить к своей халтуре логотип СМИ с высоким уровнем доверия, того же Deutsche Welle. Но проверяется это достаточно просто. Если есть сомнения, зайдите на официальный сайт. Мы вот так и поступили, и, конечно же, никаких откровений робота Софии по Украине не нашли. Единственный в мире робот с гражданством призвал украинцев сдаться. Немецкое навещание ничего такого не публиковало. Более того, если посмотреть фейковый сюжет внимательно, можно заметить, что россияне уже по традиции подставляются, используя в текстовой части несвойственные для Deutsche Welle шрифты. Ну и, наконец, рубрика «На погоны». Потратив определенное количество времени, мы отыскали, какие же рекомендации на самом деле давала робот София. Речь вообще шла об Объединенных Арабских Эмиратах и приоритетных направлениях инвестиций в этой стране. Робот-гуманоид София всячески хвалила значительные успехи Объединенных Арабских Эмиратов в использовании потенциала искусственного интеллекта и создании благоприятной среды для инноваций. Собственно, насчет раз-два-три за поребриком могут начинать обтекать. Ну а у нас на очереди главное блюдо вечера, и на первом месте в рейтинге этой недели уже по традиции фейк, поразивший нас не только, собственно, враньем, но и космическим цинизмом. Такс, где там пропагандистка Лосева? Давай уже докладывай, как все жители оккупированных территорий стали процветать с приходом России. Ну вот в то время, как мы помогаем жизнь налаживать, в Европе активно хотят помочь украинцам с жизнью расстаться. Всем ясно, помогает Россиюшка, оказывается, людям жизнь налаживать, а Европа с жизнью расстаться. И здесь можно было бы долго пытаться что-то россиянам объяснить, показывать факты, но в ответ же ж гарантированно прозвучало бы классическое «вы все врете». Поэтому мы решили потратить время и для пущей эффективности разоблачить Лосеву творчеством не просто российских журналистов, но ее же коллег по Первому каналу. Так, что там, дамочка? Ну вот в то время, как мы помогаем жизнь налаживать, в Европе активно хотят помочь украинцам с жизнью расстаться. Вот только некто Шейнин, записывающий эфиры ровно в этой же студии, этого как-то не заметил. Даже рублевый крикун, побывав в оккупированной Попасной, был вынужден признать, за целых 2 года там ничего не изменилось. Мне удалось побывать в Попасной, где я крайний раз был в декабре 2022 года. И я сейчас заехал туда и обнаружил, что, ну, в общем,
ну, вот этот вот город-призрак, он, призрак, он остался практически неизменно. То есть ничего даже не надо нарезать, просто куском ставишь видео, и там нет ничего, кроме руин. То есть там огромное количество работы еще нужно сделать по восстановлению вот этого всего. Это не то, что какие-то там выдержки, это вот ты просто можешь ехать и снимать, и снимать, и снимать, и снимать, ничего не изменится. Еще раз, это Первый канал, тот самый Первый канал, где помимо Лосева еще и Осташко над людьми глумился. Когда Россия приходит, это хлеб, это крыша над головой, это восстановление жилья, это тепло, это свет. Хлеб, тепло, крыша над головой. Ванна еще с шампанским кристаллом, ага, но это языком. Это верх цинизма, когда больше половины города живет без крыш, окон, отопления уже вторую зиму. А на деле уже не в Попасной, а в поселке Тошковка Луганской области люди жалуются на отсутствие самых элементарных удобств. Со света немає, газ, у кого есть газ, провели, воды тоже нема. Когда це буде, неизвестно. Отписки везде, отписки. Я представляю, как вам тяжело жить на генераторах с буржуйками. Нет у нас, не вообще генераторы. То доведите, пожалуйста, это вот до его сведения, до Путина, что у нас нету света. Света нет, воды нет, восстановления нет. Транспорта, кстати, тоже нет. Огромная Россия газельку в Тошковку купить не может. Холодина, автобусов не ездят вообще. Автобусы вообще хоть бы один автобус пустили на неделю. В Тошковку не ездят ни один автобус? Нет, нет. Вот прежде чем надо выехать, вот человеку надо нанять 2000. Вот пенсионерка, где она 10 тысяч получает, а 2000 надо отдать за такси. А, перерасчет. Вчера мы поехали у Первомайск. Там они нас за людей несут. Закройте двери, выйдите, закройте двери. Видать, именно поэтому благодарные местные жители чуть ли не бросаются на понаехавших пропагандистов. Ну, я не хочу ничего интервью никак давать. Зачем? Сколько интервью не давали, нигде ничего не меняется. Ну, то будем теперь век с дедом доживать. 72 года, начинай жить с нуля. То есть Россия все уничтожила, а взамен не дала ничего. В итоге в поселке с населением в 5000 человек сейчас проживает около сотни. Когда наши бойцы освобождают населенные пункты, для местных жителей борьба продолжается. Так произошло на населенном пункте Тошковка в Луганской Народной Республике. Там практически не осталось целых жилых домов. Там проживает всего 100 человек. Там не работают аптеки, нет магазинов. С электричеством и водой большие проблемы. И просто счастье, что у людей в Тошковке нет света, и они банально не смотрят вот такой цинизм по телеку. Ну вот в то время, как мы помогаем жизнь налаживать, в Европе активно хотят помочь украинцам с жизнью расстаться. Когда Россия приходит, это хлеб, это крыша над головой, это восстановление жилья, это тепло, это свет. Ведь иначе гостей из Москвы они бы встречали не матюками, как сейчас, а вилами. И в этом свете хотелось бы передать отдельный привет Лосевой, Осташко и другим любителям сплясать нижний брейк на горе и костях. Геббельс и компания тоже ведь в свое время думали, что их никто не достанет. И отвечать за слова не придется. Ну а что было потом, дальше все отлично помнят. Во дворе солдаты обнаружили обгоревшие трупы Гитлера, Евы Браун и читы Геббельс. Единственное пожелание, что перед тем, как сказать «кря», путинские балаболы хотя бы годик пожили, как жители Попасной и Тошков. И вот тогда можно будет улыбнуться и сказать «это карма, ребятки».